Причиной. Да, Мусай, а фотографическая карточка изготавливается? А как будет? Блядь, сколько ж в тебе сил, бродяга? Ну, подержи немножко мордой кверху. Ну, это разным планом. Сдаёт. Девочка. Девочка. А, нет. Или самец. Плоскогубцы рядом, Рустем? Да. Отлично. Сейчас. Сначала фото, потом плоскогубцы. Что такое? Да. Что ж там такое, а? Не знаю. Аккуратненько. Ой. Кижич. Да, очень хорошо борется. Дай мне там тряпочные простые перчатки. Не знаю. Есть? Ну, схватил как зацеп. Такие, сейчас еще такие бы свечи посмотреть, ну, заснять. Да. Такое хорошее, бля. Шестерочка, наверное, точно, бля. Представляешь, 15 чувычек. Дурмашина, бля. Ну, поклевка была, я чуть не охренел. Ты стал акулом, да. Ага. Хорошо, видно, заглотил меня. Смотри. Тут давно выпрыгнул. Ничего сделать не может. А? Так он выпрыгнул, свою башку сбил. Вот, главное, в коробе что-то не жалеет. Блядь, здоровый. Пиздец. Вон, придержи. Что так носится? Успокаивается потихонечку. Ох ты, красава. Угу. Я да, вы я понял. Ага.
меня большой, блин, какой утёкся, а? Боюсь попал. Оу, ес! Кусай! Развернул блесну, ты не дома. Как? А чем вспышки нету? О, на лапы стал. На задние смотрит. Побежал. С той стороны тоже его там не пустят. Ох, черный какой. И большой. Лес такой. Давай, 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 давай. Давай его ногой пну. Надо было снижуться, а попала в ухо. Попала в ухо, товарная, вот такая штука. Талант. Кстати, на ухо-то клюет же рыба, да? Ну, наверное. А ухо-то аж рвануло кусочек. Я поймал первого кижуча за 3 недели.